три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, аут! Красавец Сона, как вы себя чувствуете? Я в отличной форме. В седьмом раунде я сделаю его. Господин Сальсона, вы скоро придете в себя? Я в полном порядке. Я уже готов. Тогда господин Тоблер вас ожидает. Коричневый гром. Он весь уже выгремел. Дать себя побить этому пузырю Джону Дерри. Да помнишь ли ты, сколько я в тебя денег вгрохал? Уйму. Уйму, совершенно точно. Незыблемые немецкие марки. А что с ними стало? Вправо все дело. Из нее вышел весь пар. Ты слышал это? Вышел весь пар! Вышел весь пар! Вышел весь пар! Вот так на ринге надо было встать. По-моему, вам лучше оставить бокс. Оставить? Фу. Да я еще не начинал! Не спеши, кому ты нужен со своим ватным кулаком? Мне. Что? Вы мне нравитесь, маме и мне. Мы видели все ваши бои. Вы хорошо улыбаетесь, получив нокаут. Подождите, подождите. Вы же не можете просто... Вы кто такой вообще? Я Тоблер. Отто Тоблер. Значит так, жду завтра. Идем, мама. Я тебя так не отпущу! Я твой менеджер, ему придется платить мне. Теперь ты довольна? Да, мой мальчик, это очень успокоило меня. Еще 50 метров. 8, 9, 10. Аут! Держите. Спасибо. Поразительно, какая у вас выносливость, шеф. Было время. Бегал на длинные дистанции. Потом помешала война. Потом профессия. Потом женитьба. Фух, а теперь я сам себе мешаю. Доброе утро, господин Тоблер. Разрешите напомнить, какие сегодня дела? Я просил на сегодня отменить все дела. Разумеется. Но это дело рассматривается сегодня в суде первой инстанции. Титус Сальсона, Отто Тоблер. Слушается дело об оскорблении действием и хулиганстве. От адвоката, как я вижу, вы изволили отказаться. Вы правильно видите. Обвиняемый Сальсона, подойдите, пожалуйста, ближе. Вы боксер по профессии? Я был боксером. Какая у вас сейчас профессия? Работа господина Тоблера. Что это значит у господина Тоблера? Ну, я вожу машину, чищу одежду, гуляю с собакой. А, слуга, значит? Собственно, так нельзя сказать. У господина Тоблера больная нога. Значит, вы санитар? Собственно, и так нельзя сказать. Ничего не понимаю. Я как бы подстраховщик. А... Подстраховщик? Вам неизвестно, что такое подстраховщик? Здесь я задаю вопросы. Прошу. Итак, что такое подстраховщик? Как бы это объяснить, я даже не знаю. Видите ли, если господин Тоблер куда-то идет, я сопровождаю его и слежу за его ногой. Если она не дергается, значит, все хорошо. А вот если она дергается, значит, тогда авария. И вот тут-то ее нужно погасить осторожно, нежно, слабой правой. Ее погасить... Правый. Ага. Позвольте, я скажу. Только когда вас спросят? Так спросите же. О чем я должен спросить? О больной ноге. Так у вас больная нога? Да. Холерические боли с временными, но острыми фибриальными явлениями. Это... травматический оргазмус внецебральной нервной системы. Проще говоря... Нога непроизвольно дергается. Непроизвольно? Да. Я надеюсь уговорить ее. Стой, моя милая, ты же у меня не строптивая. Но вы знаете, иногда встречаются люди, которые действуют настолько возбуждающе, что у моей ноги иного выхода нет. Она должна дергаться. Очень любопытно. Да. Конечно, вам известно исследование профессора Штромингера, господин судья.
зуд и дрожь в нашем обществе или о невозможности полного владения своим телом в наши дни. Это весьма интересно. Но откуда же он, полагает, берется эта дрожь? Извините, господин председатель, у меня впечатление, что обвиняемый хочет нас увести от существа дела. Он просто оскорбил истца и толкнул его в зад. Да, верно, в самую середину, господин судья. Хорошо, так... хорошо, мы переходим сейчас к судебному следствию. Обвиняемый Сальсона, расскажите суду, что произошло в тот день. Кто первый начал? Такса. По-моему, это была Такса. Угу. Вот, иди-ка. Пей, малышка. Это вкусно. Вам кто же это позволил, милейший? Она попросила. Ах, вот она что. Да-да. Она мне сказала. Это бочковидное существо, что сидит надо мной, наливается пивом целых 3 часа. А я от жажды почти умираю. Умирает. У моей таксы нет жажды. Оно и видно. Послушайте вы! Я вам объясняю, что у моей собаки жажду и аппетит я определяю. И это мое дело, абсолютно мое дело. Вы меня поняли? Стой, моя милая, стой, моя милая. Ты же у меня нестроптивая. Ну, я был уверен, что мы поймем друг друга. Официант. Пожалуйста, счет. Одно молоко. 2 пива, помидоры, 2 бифштекса. Стул. Еще стул. Диванчик. Еще что-нибудь? 1 минуту. Стол и 12 тарелок. Благодарю вас. Мы уже не первый раз, к сожалению, слышим, как обвиняемый под предлогом неизлечимой болезни прикрепляет, как он сам цинично выражается, медаль за бранные заслуги на копчике некоторых граждан. Этот человек упрямо... с патологической настойчивостью пренебрегает наказаниями, продолжает гнусно наносить оскорбления и увечья мирным обывателям, попавшимся на его пути. Я прошу суд вынести на этот раз суровый приговор. Кроме обычного возмещения ущерба, штраф 3000 марок с обвиняемого Сальсона и денежный штраф 15000 марок с обвиняемого Тоблера. Это все, господин судья. Вы что-нибудь хотите сказать? Нет, ничего. Может, вы скажете мне, как называлась та книга, о которой вы говорили? «Зуд и дрожь» профессора Штромангера. Спасибо. Суд удаляется на совещание. Стой, моя милая, стой, моя... Это вам дорого обойдется! Разрешите, я помогу? Оставьте меня! Скажите, что называется «дорого»? Пойдете в контору? Черт с ней, сыграем партию. Как хотите. Титус? Да? Что бы вы делали, если бы у вас оказалось 10 миллионов? 10 миллионов? Да. О, мой бог. Ну, сначала бы я купил себе такой замок, как у вас. Потом, возможно, открыл бы школу бокса. А затем купил бы небольшой гарем. А остальные миллионы? Сохранил бы их, чтобы пинать взад мерзавцев, как делаете вы. Вы очень скоро обанкротились бы. С вами же... этого не случилось? Знаете, что я хотел бы? Но у вас все есть. Я хочу быть Шульце. Шульце? Да. Эдуард Шульце. Бред какой-то. Шульце? Как вы думаете, то, что было упущено, можно когда-нибудь наверстать? А что вы упустили? Кое-что. Я бы с удовольствием стал дирижером. Я считал стайером. Тоже. Но и дирижером. На вашем месте я приобрел бы симфонический оркестр. Зачем он мне нужен, если я не дирижер?
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы дорфмейстер? Он в моечном зале. Господин дорфмейстер? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Срочное заказное, распишитесь. Так. Спасибо. До свидания. До свидания. Идем, Женя. Добрый день. Добрый. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Добрый. Добрый. Доброе утро, господин Тоблер. Доброе утро. Разрешите? Ну? 9:30. Предварительное обсуждение общего собрания. 10:30 вы должны принять японских парламентариев. 11:30 беседа с представителем Центрального банка. Обед у президента экономического совета. 14:30 награждение почетных граждан в ратуше, затем прием. Сегодня на срочную беседу записаны господин Кульмейн, профессор Лаутензак, доктор Штейцель, доктор Абеляйн, Хохштрассер, Борнгиссер. Надеюсь, это все? Да, господин Тоблер. В среду вручаются награды участникам конкурса Тоблера. Дирекция просит вас взять вручение призов на себя. Почему? Жюри уже решило? Позавчера. И победители извещены. Да. Срочными заказными депешами. А почему именно я должен вручать призы? Потому что это был конкурс на лучшую рекламу продукции вашей фирмы. Хорошо, я подумаю. Вы еще подумаете об этом. У вас какие-нибудь указания? Не будет. Я еще должен позвонить по телефону. Какой номер? Нет. Я сам наберу номер. Одну минуту. Алло, Шульце. Эдуард Шульце? Я Тоблер. Скажите, дорогой Шульце, вы уже получили письмо? Заказное письмо? Нет, господин Тоблер, нет. Значит, не было. Так. Простите меня, Шульце. Уже уходишь? Да, я хочу поработать. Так, пожалуйста, опять не забудь. Нет, мама. Подумай о своем здоровье. Ты уже не так молод. Да, мама. Взгляните на эту тарелку. Он ничего не съел. Почему вы не сготовите что-нибудь иное? Лапша с говядиной — это его самое любимое блюдо. И если он ее не ест, то с ним что-то случилось. Я, пожалуй, знаю. Что с ним? Он не голоден. Ах, Титус, может быть, вы разбираетесь в боксе, но в детях вы ничего не понимаете. Я не понимаю, почему он до сих пор ребенок. Да так оно и есть. А если ребенок не ест, значит, он что-нибудь замышляет. Не хватает еще что-то... Ну вот, пожалуйста. Что я говорила? Бывают у детей. Они могут быть совершенно послушными. Возвращаются из гимназии, делают уроки. И ведут себя именно так, как подобает послушным детям из хорошей семьи. И вдруг... Что вдруг? Разве вы не слышите, что делается? Все
Ладно. Я ждал тебя после 20-го. А это сюрприз. Он тебе удался, а? Дай-ка взглянуть. Чудно выглядишь. Ты тоже. Сколько мы не виделись? Почти 2 месяца. Сядь. Что? Сядь. Еще сюрприз есть. Мне и одного вполне хватало. Но ты еще не знаешь, какой сюрприз. Угадать? Ну хорошо, угадай. Ты знаешь, он просто замечательный. Высокий блондин, очень сексуальный и к тому же умен. И он единственный, кто может быть отцом моих детей, так? Какой ты нетактичный. Я хочу знать, правильно ли я все описал. Ты во всех видишь только недостатки. Что в нашем договоре? Параграф 1. Я могу выйти за кого хочу и когда хочу. Параграф 2. Папа Тоблер должен изложить свое мнение. О мужчине как о мужчине. О мужчине как о муже. И о мужчине как о зяте. И он должен ясно выразить свое мнение. Он обольстителен, папуля. И долго он тебя обольщал? Стыдись. Извини. Итак, это опять тебя настигло. Не опять, это окончательно. Опять окончательно. Я хочу ему позвонить. Скажешь, какой он обольстительный? Я скажу, когда ему приехать. Так на какое время ему назначить? Тоблер? Говорит Шульце, можем мне поговорить с господином Тоблером? Одну минутку. Какой-то Шульце. Дай-ка. Да? Шульце, это Эдуард Шульце. Письмо пришло. Заказное, спешное. Вскройте его и прочтите. И поэтому вам надлежит прибыть для вручения самой глубокой признательностью. И тут внизу еще какая-то подпись, я не могу разобрать. Может быть, привезти вам его? Нет-нет, пусть остается, я сейчас сам приеду. Этот проклятый телефон. Стоило мне только приехать, как ты уже исчезаешь. Когда ты сердишься, ты прекрасна. Пока. Что мне сказать, Ферри? Сначала отпакуешь чемодан, и когда я верну, мы обо всем поговорим. Мне жаль, господин Кульман, но мой сын еще спит. Как он еще спит? Ах, это очень неприятно. Ведь он знает, что в 10 часов состоится вручение призов. И оба победителя могут быть здесь с минуты на минуту. Победитель? Вручение призов? Вам что-нибудь известно о вручении призов? Нет. Очень сожалею, господин Кульман, но о вручении призов нам неизвестно. Так, благодарю вас, сударыня. К сожалению, вручение призов должно состояться без господина Тоблера. Без господина Тоблера? Ты должна знать, он поздно лег. Наверное, около 12. Он сердился? По-моему, нет. Он всегда встает поздно, если чем-нибудь расстроен. Ах, я пойду все-таки взглянуть. Я себя спрашиваю иногда, сколько ж надо сил? На что именно? Ну, эти заботы. Не волнуйтесь зря, мой отец очень любит свою мать. Каждый любит свою мать. Вероятно, из-за нее он так и остается ребенком. Я ведь говорила, что он опять что-то замышляет. Что это? Боже, буду через 14 дней, розыски бесцельны. Он что-нибудь говорил, Сюзанна? Ну, был хоть намек какой-нибудь. Да абсолютно ничего. Он был подавлен, когда вернулся. Совсем наоборот. Мы вместе поели, выпили по бокалу вина и говорили о помолвке. Но это же смешно. Если Отто хочет обручиться, я бы первая узнала. Боже мой, да не он. Я хочу обручиться. Ах, вот что. А что такое? Ты его рассердила? Не забывай, что твой отец очень впечатлительный человек. Но я же говорю тебе. Почему же он тайком ушел из дома? Без чемодана, без пижамы. Боже, что у него опять на уме? Титус, вы должны сейчас же ехать за ним. Сейчас же? Если вы мне скажете, куда? Это мне безразлично. Кажется, это ваша обязанность следить за ним. Что вы хотите? Извините, я... мне нужен господин Тоблер. Господина Тоблера нет. Да, но... если бы вы были так любезны вернуть ему... ему это... нет, конечно, эту, которую он по ошибке... Я хотел вернуть эту ошибку. Благодарю. Позвольте пожелать вам веселой Пасхи и радостного Рождества, и чтобы господин Тоблер вернулся здоровым домой. Один момент. Да? Вы, собственно, кто такой? Сударыня, вы меня знаете. Эдуард Шульце. Бритье, стрижка и завивка. Одну минутку. Эдуард Шульце. Так точно. Эдуард Шульце.
Вы видите эти зубы? 62 штуки подряд. Сколько? Вы сейчас убедитесь, что их значительно больше, потому что через минуту вы будете перекушены этими зубами пополам. Благодарю. Господа, теперь нет никаких сомнений. Господин Тоблер под именем Эдуарда Шульца принял участие в своем собственном конкурсе, и независимое жюри присудило ему вторую премию. Не может быть. Господа, господа, я как юрисконсульт фирмы не могу разделить вашей радости. В правилах конкурса говорится совершенно ясно. Сотрудники фирмы ни под каким видом в конкурсе не участвуют. Я вижу здесь только два выхода. Или мы должны объявить перед всей общественностью, что конкурс недействителен, или... Или? Или мы сейчас должны пойти на некоторую хитрость, то есть обяжем всех сохранить в полной тайне, кто такой этот Шульце в действительности. Отель Холгобы, пожалуйста, включаем. Отель Холгобы, пожалуйста, даю. Отель Холгобы, пожалуйста. Отель Холгобы, господин Сенчер с вами хочет говорить по слову в Мумбаде или что-то в этом роде. Сожалею, это исключено. В отеле мест нет. К сожалению, заполнено все. Можете поверить мне, господин посол. Один момент. Я позволю себе заметить, что обязанность администратора не разгонять гостей, а привлекать их к нам. Все заполнено, господин директор. Отель никогда не бывает переполнен. А если переполнен, всегда есть выход. Господин посол хочет номер. А ну-ка, дайте. Пожалуйста. Ваше сиятельство, говорит директор Кьюна. А устроит вас номер с ванной, тогда, пожалуйста, приезжайте. Где мы ее возьмем? А, вот видите, здесь как раз кое-что освобождается. О, да. Итак, мое почтение, господин посол, ждем вашего приезда. Учитель Ценкель. Отель Хохгурель, портье. Разумеется, что-нибудь найдется. Можете выбирать между северным балконом и кладовой. Ах, вы выбираете кладовую. На чье имя? Отель Хохгурель, минутку, пожалуйста. Директор Кьюн вас слушает. Чем могу служить? Миллионер? Интересно. А, конкурс фирмы господина Тоблера. Очень интересно. Что вы говорите, оригинал? Без таких людей в мире было бы пусто. Старый мистер Гейтси, господин Закс или юный господин фон Боллен. Нет, не из этого сорта. Другой. Администрацию не интересуют семейные дела. А вы говорите о его причудах? Конечно, конечно, это совсем другое дело. Простите? Понимаю. Говядина с лапшой и полная конфиденциальность. Как фамилия вашего сына? А, инкогнито. А как его имя? А, да, он путешествует инкогнито. Да, но я могу вам сказать, под каким именем он едет. Одну минутку, сударыня. Сейчас записываем. Алло? 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 Ты думаешь, что отец будет тебе благодарен за это одолжение? Что делает твой отец, это его дело. Я забочусь о своем сыне. Ценкель! Я вас слушаю. Подойдите, пожалуйста. Извините. Вы готовы к приему новых гостей? Но у нас действительно нет мест. Вы, наконец, в состоянии воспринять новую мысль. Я 20 лет, господин директор, работаю в отелях и только первый класс. Хорошо, хорошо, хорошо. У вас есть блестящая возможность доказать свои возможности. Кодовое название фирма Тоблер. А, эти премии. Точно. А теперь слушайте внимательно. Победитель этого конкурса необычный человек. А кто он такой? Какой-то миллионер. Едет инкогнито. А теперь следите за моей мыслью. Я весь внимание, господин директор. Он выдает себя за обычного человека. А в действительности он... мультимиллионер. Откуда вы знаете? Я в этом деле 20 лет. Прекрасно. Тогда вы знаете, что нужно делать. Безупречное обслуживание, сохранение инкогнито. Вам придется предупреждать все его желания по его глазам. Вот, это для ресторана. Разрешите спросить, откуда у вас эти сведения? От матери этого человека. Еще один вопрос. О каком из двух гостей идет речь? То есть? Ведь победителей в конкурсе двое. Я не совсем понимаю. Из этих двоих один, насколько мне известно, цирюльник. Да, господин директор. Но вы еще в состоянии отличить парикмахера от миллионера? Несомненно, господин директор. О.
Извините, это невежливо, но... Пожалуйста, представляю, на кого я похож сейчас. Дорфмайстер. Борис Дорфмайстер? А вы откуда знаете? Фото в газетах. У меня вторая премия. Шульце. Эдуард Шульце? Не может быть. Надо немного снегу. Хорошая идея. Боюсь, что вам придется идти пешком. Я так и собирался. Как, ты тоже направляешься в отель? Конечно, я намерен там отдохнуть. Тогда, приятель, скажи портье, что я здесь застрял. Ладно. Может, еще что-нибудь? Ты только шагай поскорее. Я не намерен мерзнуть здесь до вечера. Это то, чего я боялся. Боялись? Чего? Вы заметили, как шофер разговаривал с вами? Поскольку я получил только вторую премию, он, мне кажется, был предельно вежлив. Не для нас эта штука. Почему? Неужели он для вас слишком скромен? Мне говорили, какие люди там живут. И вас это пугает? А вас нет? Теперь нет. Нас все-таки двое. А вы храбрец. Господин Шульце, к телефону, пожалуйста. Эдуард Шульце, вторая кабина. Это же вас. Ага. Да. Пожалуйста, подержите пока. Скажите, где здесь телефон? Там. Идем, Рольф, не волнуйся. Передайте, пожалуйста. Обязательно, сударыня. Отель Хофгургер. Здравствуйте, я прибыл. Хай. Для меня здесь забронирован номер. Хай. Мое имя Дорфмайстер. Господин Дорфмайстер? Вас разве никто не встретил? Машина застряла в снегу. Ох, как неприятно. Но все-таки вы приехали, и мы вам рады. Моя фамилия Ценкель. Очень приятно. А это мой японский коллега Сато-сан. Хай. Ваше пребывание здесь мы постараемся сделать как можно более приятным. О, боже, какой красавец. Скажите, если я его поглажу, он меня укусит? Вообще собаки противоречат принципам нашего дома. Но собака собаке рознь. И для породистой, хорошо воспитанной собаки всегда следует сделать исключение, не так ли? У вас есть какие-нибудь желания, господин Дорфмайстер? Да, как можно быстрее принять ванну. Конечно, конечно. Мой коллега сию минуту покажет вам ваши апартаменты. Это лучшие комнаты во всем доме. Благодарю. На 6 часов заказан массажист. Сегодня на ужин будет лапша с говядиной. Завтра утром осмотр лечащим врачом. Но поймите меня, мое имя Борис Дорфмайстер. Да, я всего лишь счастливый покой. Да, дорогой Дорфмайстер. Этот дом славится не только сервисом, но и умением сохранять тайны. Сато-сан, я всегда к вашим услугам. Спасибо. Благодарю. Мое почтение. Сожалею, я вынужден был все рассказать. А то бы он загрыз меня. Теперь ничего не сделаешь. Вообще, это была бредовая идея. До свидания. Скажите ко мне, что вам надо? Буду жить. Боюсь, что вам это дороговато. А сколько стоит у вас номер? Милый человек, внизу в деревне целая дюжина хороших отелей, таких как Панорама, Эдельвайс, Тотхарт. Там всегда рады каждому приезжему. Знаете, я не могу жить там, где бы мне хотелось, а только там, куда меня посылают. Ага. А кто же вас посылает? Сейчас покажу. Вот. Пожалуйста. Шульце? Совершенно верно, Шульце. Одну минуту. Что там опять? Мне очень жаль вас беспокоить, но парикмахер приехал. Я только вчера был у парикмахера. Но это парикмахер с конкурса. Так кто в этом отеле портье, вы или я? Идите. Господин директор, вы же сами забронировали номер Шульце для этого посла. Он теперь стоит там. Кто, посол? Да нет, Шульце этот. Этот парикмахер требует свой номер. Так отшейте его. О, господин директор, я смиренный христианин. Ой, великий боже, все в этом отеле должен делать я сам. Тогда идемте. Сейчас я покажу вам, как надо работать.
Господин Шульце, сердечно приветствую вас от лица персонала. Благодарю. Мы очень рады, что можем оказать помощь фирме господина Тоблера и развлечь гостей, порученных нам этой уважаемой фирмой. Одну минуту. Я сердечно тронут. Я благодарю вас за дружеский прием. Я обещаю вам в полной мере насладиться жизнью в вашем прекрасном отеле. Это так же верно, как то, что меня зовут Эдуард Шульце. Конечно. Я покажу вам вашу комнату. Прошу вас. Это мой номер? Хай. Но он стоит целое состояние. И все это оплатит фирма Тоблера. Хай. Однако... Хай. Вы хоть что-нибудь понимаете? Хай. А если я скажу, что это дрянной отель, вы тоже ответите хай? Хай. Окей, хай. Мне ты больше не нужен. Хай. Я же сказал, можешь вытряхиваться. А туалета? Very beautiful. I suggest. Very beautiful. Хай. Вот мы и пришли. Уютно, приятно и очень спокойно. А поменьше, нет? Нет, к сожалению. Это минимум кубатуры, разрешенной санитарной инспекцией. Включая шкаф. А, я был уверен, что вы обратите на это внимание. Наша хозяйка хранит здесь постельное белье. Скажите что-то приятное. Ну, конечно. Да, свежий воздух идет здесь через это окно. И еще... Еще. Да, вода здесь в изобилии, вот. Очень, очень хорошо. Да, и отопление хорошее, тепло. Великолепно. Туалет здесь под боком. Да, одним словом, здесь прохладно, много воздуха, тепло. Мы знаем, что нужно для здоровья. Вы действительно обрадовали меня. Благодарю вас. Прежде всего, косыми стенами. Это мне нравится. Весьма счастлив, что удалось удовлетворить вас. Видите, немного внимания, и клиент доволен. В спальне кухарки, боже мой. Надо только убедить человека, что он в раю живет. И тогда он вполне удовлетворен. Вы это когда-нибудь усвоите, Ценкель? Я постараюсь, господин директор. Вот и ты, Рольф. Добрый вечер, госпожа Каспариус. Прошу. Скажите, мой милый, господин из 76-го, куда вы его посадили? Как вы просили, вот сюда. А, прошу. Отлично. Ага. О, извините меня, пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый вечер, госпожа Мальбрен. Скажите, мой милый, этот юный господин из 76-го, где его место? Как вы просили, вот здесь. Прошу. Пожалуйста. Очень хорошо. Что вам угодно? Столик. Я новичок. Эдуард Шульце. Номер вашей комнаты? У моей комнаты нет номера. Наверное, вы не заметили. Наши комнаты все нумерованы. Тогда это, вероятно, 001. Не может этого быть. На комнате слева номер 00. Вы не будете так любезно показать мой стол? Прошу пройти за мной. Пожалуйста. Благодарю. Вы будете заказывать по меню или а-ля карта? Сначала подайте пиво, а потом лапшу с говядиной. Как это лапшу? С говядиной. Я выясню, возможно ли это. Пожалуйста. Здравствуйте, господин Дорфмастер. Вы меня знаете. Господин Дорфмастер тоже вас не знает. Эдуарда Шульце тоже? Шульце? Понятия о нем не имею. Позвольте вам показать ваш столик. Прошу. Да.
амурский суп, а на второе жареная медвежатина под луковым соусом. Все это очень вкусно, но, пожалуй, необходимо проявить силу воли. О, благодарение Господу! Я могу все есть. Если бы еда была в моей жизни единственное удовольствие, я от нее бы отказалась. Мне надо, знаете, что-нибудь постное, скромнее. Что же мне съесть? Лапша с говядиной, господин Дорфмастер, взгляните. О, лапша с говядиной! О, чудная идея! Это на десерт, сударь? Конечно. Вам тоже лапшу с говядиной? Да, только на второе. Все-таки здесь отлично. Отель великолепный. За мной так ухаживают. А как номер? Не номер, целые апартаменты. Такая роскошь. А у вас? О, мои апартаменты тоже роскошны. Отличный вид из окна. Надо мной никого. Персональный холодильник. И днем я уже знаю, что буду есть на ужин. Лихо. За это надо выпить. Два двойных кершваца, пожалуйста. Смело. А вы видели цены? У нас первоклассные отели, напитки тоже. Не смею противоречить. Никто не приглашал вас пить тут. Как? Мой друг, господин Дорфмайстер. Ах, вот что. Видите ли, я не знал, что он с вами. А теперь знаете. И потрудитесь извиниться. Извините. Здорово. Проучили. Да. Заметил я одну вещь. Как-то вы влияете на всех. Я? Да. Когда мы вошли сюда, вы заметили, что произошло? Все уставились на вас. Ага. Будто на мне сегодня надеты рваные брюки. Нет, нет. У вас есть что-то такое, что восхищает людей. Вы меня разыгрываете? Напротив. Это очень просто доказать вам. Смотрите. Я разворачиваюсь. И сейчас крикну. Тихо! Никакого эффекта. Угу. Ну, крикните вы. Я? Да. Думаете, я должен крикнуть? Не осмеливайтесь. Тихо! Извините. Смешно. Еще раз. Простите, может быть, у вас есть какое-нибудь желание, которое я могу выполнить? Может, очень грохочет музыка? Или предпочитаете другой репертуар? Нет, 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 все нормально, все нормально. Вы правы. Я же говорю, у вас есть магнетизм. Может быть. Я же это вижу. Только минутку включаю. Дорогая, это я. Ты уже спала? Милый, ты ведь знаешь, как я рано ложусь. Извини, если разбудил тебя. Ты ведь знаешь, милый, как на меня действует воздух. Хай! Одну минутку включаю. Да. Я помешал? Нет, Борис, нет. Я все знаю. Что все? Да об этом магнетизме. Ха. Знаете, что это такое? Они считают, что я сын ужасно богатой матери, этот мультимиллионер. Ну, нефтяной шейк или что-то такое. Поэтому администрация так любезна, а местные дамы посылают цветы и нежно улыбаются. Фантастично. Но это полное безумие. Лакеи надеются на чаевые, а у меня, между прочим, в кармане сквознячок. А вы знаете, что я бы сделал? Я молчал бы и наслаждался. Через 2 недели все будет позади. Господин директор, господин директор. Напоминаю, фрау Вондрачек, что ваше место в центральной. Но ведь это очень важно. Что важно? Я помимо воли услышала телефонный разговор. Мадам Вондрачек, мы не суем нос в чужую постель. Все то, что происходит в номерах, для нас с вами табу. И мы ни во что не должны вмешиваться. Только ежедневно менять белье. Так что избавьте меня от сплетен. Пожалуйста, пожалуйста. Как вам угодно. Но у вас будет информационный дефицит. Занимайтесь, пожалуйста, своим делом, мадам Вондрачек.
Войдите. Доброе утро. Доброе. Я хотела бы взять белье. А я думал, вы принесли завтрак. Ну, Ральф, на место. Оп, оп. Так, сейчас. Дежурный кельнер. Это Шульц. Полчаса тому назад я заказал завтрак. Номер комнаты. У моей комнаты нет номера, но я могу объяснить, как пройти в нее. Пятый этаж между старым и новым зданием от входа на Норт-Норт-Вест. Четвертая комната. Справа. Меня наняли кельнером, а не следопытом. Извините, пожалуйста. До свидания. До свидания. Так, сейчас ты отправишься вниз, где так вкусно пахнет кофе, и обеспечишь завтрак с колбасой и сыром. И омлетом с ветчиной. Иди. Следопыт, как это в пословице говорится, что не день, то доброе дело. Да, благодарю. Пожалуйста. Мы всячески стараемся угодить нашим клиентам. Но вы не можете требовать от нас, чтобы мы терпели здесь это животное. Хотите нас выгнать? Я стараюсь толковать вам, что собака слишком велика для этой комнаты. Значит, дело не в собаке, а в комнате. Доброе утро. Господин Кюн у себя? К сожалению, он сейчас занят. Я непременно должен исправить ошибку. Что-то не в порядке, господин Дорфмайстер? До чего мы дойдем, если каждый гость будет... Доброе утро. Доброе утро, господин Дорфмайстер. А вы что найти роль? Мы готовимся к отъезду. Почему? Так хочет дирекция. Я говорил об этом звере и только. Этой твари здесь не место. Почему же вдруг тварь? Еще вчера эта собака казалась милым животным. Вчера мы думали, что собака принадлежит вам. А какая разница? В вашем случае мы могли допустить изменение правил. У вас много места. Если все дело в площади, то я согласен поменяться с господином Шульце. Ни в коем случае. Это совершенно невозможно. Не забывайте, господин Дорфмайстер, что... Тихо! Извините. С собакой мы большие друзья. Это совсем другое дело. Благодарю вас. Идемте. Пошли, Роль. Ценкель, надо придумать любой повод, мне безразлично какой, и выставить Шульца из отеля. Он нам портит самых лучших гостей. Я пришел сказать ему всю правду. Что ж вы этого не сделали? А он бы выставил вас. Вы все больше располагаете меня к себе. Мой отец всегда говорил, общайся иногда с богатыми людьми. Знаете что, господин Шульц? Можешь называть меня Эдуардом. Борис, знаешь что, Эдуард? Я хотел... Одну минутку. Ты поддержишь меня? Я ему сейчас закопаю задницу, а ты поздороваешься. Невозможно. Увидишь. Ты... Господин Дорфмайстер, что вам угодно? Мы хотели поздороваться. Угу. Здравствуйте. Уставились. И когда не видели посла? Кто-нибудь беспокоит? Пока еще нет. Прошу вас. Его превосходительство посол Швумшвумбази в ООН. Вы можете мне сказать, с какой миссией вы прибыли сюда? По просьбе вашей матери. Если бы она увидела, как вы здесь живете, она сразу бы упала в обморок. Комната, которую вы занимаете, была забронирована для меня. Но что я в сравнении с послом?
У меня прямое задание заботиться о вас. Заботьтесь об Объединенных Нациях, им это нужнее. Я просто вас не узнаю. С тех пор, как вы стали Шульца, с вами невозможно разговаривать. Сделайте мне одно одолжение. Оставьте несчастного Шульца в покое. В таком случае, это значит, что я должен уехать? Что касается меня, можете провести здесь пару дней. Спасибо, господин Тоблер. Я спасибо. Не Тоблер, но Шульце. Шульц! Спасибо. Спасибо. Знаешь, чем это противно? Привыкаешь к тому, что тебя балуют. А через 3 недели все будет кончено. Собаки показывают кость, а потом забирают. По существу этот конкурс. Подлость? Ты находишь. А подумай о себе. Что ты будешь делать, когда вернешься домой? Этого я еще не знаю. А, опять будешь смывать людям перхоть с головы, выстригать волосы из носа. И снова будешь ждать 20 лет, пока выиграешь в лото. Или получишь приз за какой-нибудь глупый тир для рекламы. Хочешь быть счастливым, плюнь сам себе на лысину. А теперь будь добр, на 3 секунды замолчи. Оглянись вокруг. Ведь это великолепно. Ха-ха. Ты прав. Самая сверкающая белизна в нашей жизни. Ла-ла-ла, бом-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 
Фиотик, откуда ты? Хозяина ищешь? Почему так взволнован? Эдуард, ты не ужишься? Вообще-то все замечательно. Извините меня, господин Добр. Разрешите представить, мой друг Дорфмастер, его превосходительство, посол Швумшумумбази, живет в отеле. Очень рад. И вы действительно думаете, что ваш отец согласится с этим? Бабушка предупредила вас? Да, конечно. И она не сказала, что я сюда приеду? Но это она, к сожалению, скрыла. Я пробуду 2 дня. Ценкель, распорядитесь, чтобы в 76-й поставили дополнительную кушетку. Да. Может, я еще могу что-нибудь для вас сделать, фрейлин? Простите, я ведь не знаю, как вас называть. В случае сомнения, как моего отца? Да, конечно. Наш дом всегда отличался тактичностью. Я прикажу отнести багаж. Хорошо. Пожалуйста. Вы знаете, господин директор, тут что-то не так. Это дочка? Это хорошо. Да, хороша, да, но ведь для дочери она слишком стара, либо наш миллионер слишком молод для отца. Теперь послушайте меня, Центль. Кто, где, почему и с кем встречается, ни в коей мере не входит в компетенцию обслуживающего персонала и даже дирекции. Я только обращаю ваше внимание на то, что эта девушка не может быть дочерью господина Дорфмастера. Ах, значит, Центль находит, что я глупее его, не так? А мне совершенно ясно, Ценкель, совершенно, что именно Ценкель должен был понять, что в ее возрасте она не могла выдать себя за его бабушку. Да. Если вы так считаете. Ha, 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 ha.
У тебя, очевидно, есть веские причины кувыркаться. Я влюблен, Эдуард. Как? Так вдруг? В кого? Она вулкан. Послушай, пульс не меньше 125. Признавайся. Сколько выпил? Я ничего не пил. Ты посмотри, что выбросил вулкан. Щетка для волос, туфелька, сумка с косметикой. Борис, она у тебя в номере? В ванной. Я сейчас кое-что предприму, только ты не вмешивайся. А что такое? Я хочу взглянуть на вулкан. Да. И спроси, как ее зовут. И узнай, когда перестанет извергать огонь. Да, подожди меня в баре и выпей двойное виски. Да, Эдуард, да! Папа! Эдуард! Эдуард! Ты можешь наконец объяснить, что все это значит? Рольф! Не все сразу, сперва сядь. Постой, Рольф. Неужели ты живешь здесь? Да, разве не мило? Извините, вы не видели господина Шульца? Я думал, он у вас. Нет. Удираешь из дома и называешь меня несправедливой. Это не причина для того, чтобы портить мне удовольствие. Я здесь совсем по другому поводу. По какому же? Ферри сидит внизу, в Эдельвайсе, и начинает задумываться над тем, есть ли у меня вообще отец. Ферри? Да, Ферри. Это тот, что набивается в зятья? Да. Но почему он так спешит? Тут что-то не по мне. Сюзанна, взгляни мне в глаза. Ты опять ошибаешься. Кто мне это гарантирует? Может, я уже дедушка на третьем месяце и даже не имею об этом представления. Ферри советник посольства. На следующей неделе он уезжает в Тегеран. Эдуард! Мне перед тобой на колени встать, чтобы ты принял его наконец. Отлично. Пришли его ко мне. Я хочу, чтобы ты прилично обошелся с ним. Я буду терзать его до тех пор, пока он не сознается, почему хочет жениться именно на моей дочери. Скажи ему завтра. Нет, послезавтра. Внизу, в деревне, в 10. В 10. Под часами. Но Ферри, в отличие от тебя, очень серьезный человек. Именно поэтому. Как ты объяснишь серьезному человеку, что я здесь не Отто Тоблер, а Эдуард Шульц? А, господин Дорфмайстер. Извините. Пожалуйста. Вы не видели господина Шульца? Он в финской бане. Ага, благодарю. Пожалуйста. Хотелось бы мне знать, что эту пару связывает. Шульц его обирает. Сударыня, господин Дорфмайстер не такой глупый мальчик. Господин Дорфмайстер, какая неожиданная встреча! Простите меня, я спешу. Я тоже? Но господин Дорфмайстер, одну минуту, я же не договорила! Извините, Эдуард. Эдуард, где она? Кто? Ты об этой девчонке? Да! Все в порядке. Она ошиблась комнатой и принесла извинения. Постой. Она просто так и ушла? Я должен был ее запереть. А ты хоть догадался имя спросить? Сюзанна. Сюзанна. Фамилию не спросил? Ее фамилию тебе знать ни к чему. Она все равно изменится, когда ты женишься на ней. Да-да. Это точно. Я женюсь на ней. Я обязательно женюсь на ней. Надо жениться. Это единственный выход. Надо жениться. Благодарю вас за совет, господин Дорфмайстер. Ну, как успехи? Послезавтра. Ну, а почему послезавтра? Папа так сказал, послезавтра. Сюзанна, я тебя люблю. Но видишь ли, я не отношусь к тем людям, которых можно водить за нос. Ты на что намекаешь? Ну, это никакой не намек. Тогда выражайся несколько яснее. Видит Бог, ты не можешь на меня обижаться.
Но все эти завтра, потом послезавтра, потом еще что-то. По неволе вдруг начинаешь сомневаться. В чем? Договаривай. Хочешь, подскажу? Сюзанна. Ты думаешь, я солгала, сказав, что мой отец Тоблер? Сюзан, ты думаешь, моя мысль не обоснована? Позволь тогда тебя спросить, за кого ты меня принимаешь? За авантюристку или за кого? Сюзанна, но вообще нет никаких причин для волнения. Я увижу твоего отца, и все сомнения исчезнут. Ферри, угу. Прости меня. За что? Я обманула тебя. Как обманула? Да, моего отца зовут не Отто Тоблер. Он Эдуард Шульц и живет в отеле Хохгургль, так как это выигрыш на конкурсе. Так, значит, все-таки... Ты по-прежнему хочешь встретить его? Почему же ты наврала мне? Ферри, почему ты не отвечаешь мне на вопрос? Господин Шульц, к телефону, пожалуйста. Господин Эдуард Шульц. Я слушаю. Сюзан, в чем дело? Что случилось? Я насчет Ферри. Что, неприятности? Вести себя как Эдуард Шульц? Я понимаю. Твой отец не так глуп, как ты представляешь. Присылай своего Ферри. Хорошо. А, вот и ты. Да. Значит, будет, как договорились, послезавтра в отеле Хохгургль. Познакомиться с твоим отцом – это большое счастье. А что, если нам устроить завтра прогулку на лыжах? Не очень хочется показать вам здешние красоты. Это не получится. Я помешал. Нет, я все равно собиралась прощаться. Смотри, не делай глупостей. Ага, ты всегда даешь мне хорошие советы. Лучше скажи, где Сюзанну найти. Да, это довольно сложно. Я везде искал ее. На лыжах ходишь? Вообще-то нет. А ты попробуй. Скользко, черт его. Люблю. А теперь скажите, Шульце, разве это не чудесная-чудесная картинка? Да. И кто же предлагает эту чудесную картинку? Скажем, предлагает заинтересованная сторона. Ага. А теперь смотрите, что я делаю. Я прикладываю к этой картинке еще одну чудесную картинку. Ну, что скажете? Какие деньги? Вы можете эти деньги незамедлительно положить в свой бумажник, если решите уехать сегодня. 2000 марок. 2000 марок.
За то, чтобы уехал. За то, чтобы уехали. Можно потрогать. Только дотронуться. Только, если согласны. Понюхать только. Ладно, пожалуйста, нюхайте. Про Каспариус. Про Мальбре, я угадал? Я же сказал, от заинтересованных господ. Обе дамы так заинтересованы. Помилуйте, неужели так трудно понять? Молодые дортмейстеры не каждый день встречаются. Мы с вами понимаем друг друга? Ну, конечно. И только чтобы отделаться. Они мне платят целых 2000. Нет, каждый по 1000. Это ведь не пустяки. Ну, какие там пустяки? Если подумать. Ну, подумайте, подумайте. Сколько за эти деньги нужно работать? Об этом и говорить не приходится. Значит? Значит? Господи, дай мне силы. Господи, дай ему силы. Эти деньги. Эти чудесные деньги. Стой, мои милые, стой, мои милые. Простите, я вас не слышал. Я сказал, весьма сожалею, но не могу принять ваше любезное предложение. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин дорфмастер у себя? Да, он наверху. Спасибо. Говорит дорфмастер, скажите, меня спрашивала молодая дама? А вас все время спрашивают молодые дамы, господин дорфмастер. Она давно должна быть здесь. Ты действительно уговорил ее прийти сюда? Она твердо обещала. А? Это странно. Что же странно? Вы же знакомы всего 5 минут. Сегодня все не так, как было в твое время. Чем еще могу быть полезен? Помогите! Спасибо. Все. Пожалуйста. Помогите! Ой, помогите! Что вы делаете? Чепуха какая. Ты уверен, что она тебе обещала? Ну, конечно. Может, ты не произвел на нее впечатление? Ты думаешь, я поступил неправильно, что рассказал ей все? Я же не знаю, что ты ей рассказал. Ну все, что я бедняк, что зарабатываю себе на учебу. Хм. Ладно, давай выпьем. Угу. А вот и посол. Верьте мне, я сделал все, что было в моих силах. Так что же быть? Надо что-то предпринять. Хорошо. Надо постараться придумать что-то более верное. Ну, с Богом, сударыня. Вечно эти дурацкие выражения. О, дорогой дорфмайстер, я безумно рада этой встрече. Вы мне разрешите присесть? Прошу. Так приятно посидеть среди таких людей. Познакомьте нас. Господин Шульце, его превосходительство, посол Шу-Шу. Жизнь представительницы слабого пола в современном обществе определяется мужчиной, с которым она живет. Эмансипация. О, стоит мне это услышать. Это миф. Первый супруг гинеколог открыл мне глаза абсолютно на все. Мой второй муж был парламентарием. Он научил меня терпению и молчанию. Если бы я влюбилась в пожарного, я стала бы жгучим пламенем. Вам бы наскочить на пожирателя огня. Сегодня очень хороший вечер, не правда ли, дорогой дорфмайстер? Здесь все так прекрасно, и знаете, единственное, что мне мешает, это дамы. Извините, что я это говорю, но меня в самом деле они приводят в страх. Совсем другое состояние в кругу мужчин, не правда ли? А теперь дамы выбирают партнеров. Дамы приглашают, господин дорфмайстер. Я могу пригласить вас. Нет, простите, я первая. Ваша фата. Может, она пригодится? Что вы знаете о женской одежде? Вы несчастный цирюльник. Грозная женщина.
Открой. Борис, быстрее. Борис. Да, одну минуту. Да скорее. Сейчас. Мне очень жаль, что я тебя поднял с постели, ко мне сейчас должны... Постой, Эдуард, начало присесть. Сейчас некогда, побыстрее оденься. Послушай, Эдуард, я тебе должен что-то сказать. Ходим именно сейчас? Да, ты должен узнать, что со мной произошло. Да, да. Потом расскажешь. Да. Доброе утро, милый тесть. Исчезла? Как видите, исчезла. Значит, вы можете присягнуть, что вчера положили сюда драгоценности. Да, вы совершенно правы. И вы считаете? Более всех подозрителен в отеле. Надо обыскать его комнату, и все найдется. И вы уверены, что их найдут? Найдут. Фрау Мальбре, это восхитительно. Надо вместе наслаждаться. Да, надо вместе наслаждаться. Центральная, что вам угодно? Пожалуйста, дайте мне уголовную полицию. Вам со льдом? Если можно, со льдом. Да. Сюзанна беспрерывно говорит о вас. Это меня радует, господин Шульце. Однако, то, что Сюзанна рассказывает, она несколько преувеличивает. Да, мне тоже так показалось. Что именно? Сюзанна всегда вела себя со мной так, будто она из очень состоятельной семьи. Типично. Очень типично. Легко можно представить глубину моего огорчения, когда я узнал правду. Представляю. Это было очень неприятно. Ты думаешь, что наконец у тебя все, и вдруг ты опять в лохмотьях. Но вы меня неправильно поняли. О, нет, я верно понял. Обидело меня то, что она меня принимает за материалиста. В каком смысле? В том, что Сюзанна для меня значит меньше, чем деньги, а деньги для меня ничто. А, угу. Интересно. Для вас деньги выходят? Ничто. Да. Короче... Вы отказываетесь. Отказываюсь? От чего? От предложения, или я вас неверно понял? В любом случае, я женюсь на ней. Без приданого? Это не имеет никакого значения. Ага. Как вы будете растить 6 сыновей, которых хочет родить Сюзанна? Чем вы будете оплачивать учебу? Да, но я... От страхования на случай болезни, от несчастного случая, домашнего имущества, страхование юридической помощи, страхование жизни, страхование на случай смерти. Вы можете ответить, молодой человек? Дорогой комиссар, я, конечно, знаю, что с преступностью надо бороться чрезвычайно решительно, но я прошу вас действовать в отеле крайне тактично. Репутация нашего курорта хорошо известна. Мы работаем здесь самыми современными средствами. Вот послушайте. Алло? Я вызываю Вальд Ойле. Я Вальд Ойле, слышу вас хорошо. Вызываю Перл Цвибеля. Я Перл Цвибель, слышу вас хорошо. Вызываю Зибеншлефера. Я Зибеншлефер, слышу вас хорошо. Алло, приятель.
Господин директор, как видите, мы готовы. Да-да, пожалуйста. 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 Господин директор, мне надо сейчас я занят. Извините меня, не до вас. Пожалуйста, я просто хотела сообщить вам, но могу обойтись без этого. Тихо. Дорфмайстер. Вам надо торопиться, господин Дорфмайстер. Что случилось? В доме полиции из-за господина Шульца. Осторожненько положите его на постель. Я осторожно. Ради бога, не забудьте свою дубину. Чем еще могу быть полезен? Нет, нет. Теперь я справлюсь сама. Кого из вас зовут Шульце? Итак? Если господином Шульце, то меня. Вы подозреваете в совершении крупной кражи. Что? И что, собственно, я украл? А это? Да. А кто такой вы? Позвольте узнать. Я только случайно здесь. Я не имею никакого отношения к господину Шульце. Это выяснится. Папа! Ты подлец, Ферри. Итак, здесь целая банда. Взгляните сюда, господин комиссар. Это драгоценности госпожи Мальбре. Вы изобличены, Шульце. Господин Шульце. Эдуард! Вы должны неожиданно уехать. Передайте привет господину директору. Подождите, непременно вернитесь. А, да. Лет вы работаете в отеле «Ценкель»? 20 лет, господин 20 директор. 20 лет, и с вами такая страшная катастрофа. Господин... Да, катастрофа. Но ведь вы же сами, господин... Кто, я? Вы? Да, именно вы. Я вам больше скажу, вы совершенно не умеете разбираться. Но ведь никто не мог знать, что именно за этим невзрачным Шульце скрывается крупный миллионер. Да, самые выдающиеся представители людского рода являлись в нищенских одеяниях. Например, Будда или Христос. Как убежденный христианин, могу заметить, что Христос не был миллионером. И все-таки он был из первоклассного дома. Господин директор, что же нам делать? Наш священный долг перед фирмой — сохранить это в тайне. Если кто-нибудь посмеет открыть пасть, я его придушу. Вот этими честными руками. Желаю удачи, господин директор. Господин Дорфмайстер. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Срочный заказной, распишитесь. Здесь. Все. Благодарю. До свидания. Да что это? Опять выиграл? Господин Отто Тоблер имеет честь пригласить господина Бориса Дорфмайстера на прием в замок Вальдек по поводу помолвки его дочери Сюзанны.
Положите его на кресло. Борис, очнись же. Проснись. Зачем мне это? Не шути, Борис. Это очень серьезно. Это чудный сон. Об этом не может быть речи. Сначала попроси руки моей дочери. Я сделаю все, Эдуард. Отто. Отто? Угу. Еще и это. А сперва мне нужен свежий воздух. Я тебе сразу сказала, что надо быть осторожнее. Молодежь теперь не такая, как в добрые старые времена. Что с тобой? Страшно. Страшно? Что? Что моя фамилия Тоблер? Нет. Что много. Много счастья. Трудно поверить. Борис. Ну, теперь я хочу слышать тост. Насколько я припоминаю, ты учила меня разговаривать, а не произносить застольные тосты. О, тост! И обязательно такой, чтобы у бабушки увлажнились глаза. Это самое меньшее, что может ожидать дочь невесты от своего отца. Отлично, тост. Все, кто собрались сегодня за этим столом, несут ответственность за то, чтобы Отто Тоблер вступил на новое поприще для него. В роли дедушки. Сюзанна мечтает иметь множество детей. И Борис сделает все, что только в его силах, чтобы добросовестно выполнить эту задачу. Не буду говорить банальные слова о долгом и нерушимом счастье, которому я завидую. Хочу лишь решительно потребовать. Первый ребенок должен быть мальчик. Вам это ясно? Просит. Здоровье. Твое здоровье, отец. Вас просит. Да. Ах, куль мои. Да. Что случилось? Ничего нельзя сделать? Почему нет? Что? Хорошо, куль мои. До свидания. Что-то стряслось? Да. Кульма ей дал задание. Купить отель Хофгургль. Хофгургль? Да, отель Хофгургль. Дурацкая идея. Ради того, чтобы выгнать дурака директора, покупать этот отель. Он продан, мама. Не надо расстраиваться. Ну, слава богу. Я его купил.